Колибри Арт представляет. Ребятки, привет! А что тут Аня в шариках нашла? У меня потому что день рождения. Да, день рождения с кукла Лол. Ну, распечатывай тогда. Ну, тут какая-то подсказка, да? Да. По-моему, это даже не подсказка, а наклейки. Да. Да, это наклейки. Я не знала. Угу. Ну ничего, распечатывай. Вот так. Что-то оно туда застряло. Ну-ка. А, тут снежинки. Это что-то как с зимой, наверное, что-то связано. Да. А ну-ка. Ну вот еще чуть-чуть осталось. Оп. Распечатай. Там же такая капсула интересная. Это как ленточка вот эта, вот смотри. Да, я... Снимаю этот пакет. Вот. Я сниму, что ленточка сначала... А, она прикрепленная, эта ленточка. Тут что-то нарисовано, да? Вот как куколка, тут ее башмачки сверху, да, там еще что-то, куколка в серединке. Ну, как-то так, ну, мы очень рады. Давай дальше распечатаем. Да. А, надо кнопки нажать. Оп, что-то тут... Аня нажала кнопочки вот эти черные, и тут все пооткрывалось. Так, что тут еще? А здесь... И вот кнопочка, да, она открывала. О, конфетти тут. Прикольно. Ну, здесь еще один подарок. Еще один подарок, да. С конфетти вообще прикольно. Да, я на таком тоже не читала. Это хорошо. Тебе нужно... Закрой пока конфетти, а то сейчас мы везде потеряем его. Хорошо, как же тут эту капсулу открыть саму, да? Ань, ты знаешь, это ж ты тут у нас... Ой, она вот так вот берет, открывается, как шкаф. И тут этих пакетиков. Вот это... Много, да. Мы так предположили, что куклы здесь нету. Где она? Нет. Может, она вот тут внутри? Просто капсула еще такая тяжелая довольно-таки осталась. А может, тут еще что-то? Секрет какой-то. Ну, давай распечатывать, что здесь, потом посмотрим. А ну. Разрывай пакетики. Распечатывай все. А, вот она кукла. А мы приговорим, что нету тут куклы. Есть тут кукла. Ух ты, а ну покажи ребятам, какая. Интересная такая, прям с розовыми волосиками. Ну такая симпатяшка. Давай, кто распечатывает? Белая. Симпатичная. Ну какая-то она с голой попой почему-то. Странно немножко. Надо ее одевать. Ух ты, это как шапочка, да? Получается, вот эта девочка у нас, Биг Сити. Вот с такой шапочкой прикольной. Ой. Угу, прикольно. Ой, упала. Прикольная шапочка у нее. Аня еще что-то распечатывает. Ух, сумочка, ага. Прям под ее колготки, да? Да. Ну давай ее дальше одевать, а то она у нас еще голенькая. Ну давайте вот это вот. Прикольная. Сумка классная такая. Ой, тут сколько тут аксессуаров разных. Ух ты, у нее есть и телефон, и духи, и ничего себе. Ой, какое оно мелкое такое, да? Да. А покажи еще духи. Вот, вот у нее. Такие мелкие духи, написано Big City. И вот такая вот сумочка такая маленькая. Да. Прикольно вообще, класс. Да. Так у нас даже у нас с телефоном, ничего себе. Давай, распечатаем. Что ой, там, что там? Бутылочка. Тоже такая, да, вот черно-белая получается. Да. И из голубеньких, да, вот как шапочка. Да. Симпатичная. Что там еще? Ну, вот еще какие-то пакетики, наверное, обувь у нее там, одежда, наверное, еще. Плачья!
Ой, тоже с голубеньким, да? Вот как шапочка получается. Да. Вынимай эту пластмасску. Ой! Не полетела. Одевай нашу куклу Лол. Ну как, получается? Получается. Ух ты, какое у нее платье красивое. Ой. Красотка какая у нас. Ребята, она такая прям нежный цвет бирюзовый. Очень красивая куколка. А где там у нас что-нибудь еще? У меня уже 5 минут. Да, Анечка, а вон еще, вон бумажечка запечатанная что-то. Вот еще у меня собачка. Да, у Ани тут шарики. Я сделала сегодня из шариков собачек. Да. Смотрите. А вот обувь и очки. А ну-ка, давай. Еще перчатки. Там. И перчатки даже? Да, да вот. Ну, где перчатки? А ну. Вот перчатки. Вот это перчатки. Да, действительно. Варежки такие. Удивительно даже. Ну, попробуем одеть на куклу эти перчаточки. Аня пока обувает, одевает девочку нашу, а я вот сумочку ее складываю. Так, бутылочка сюда влазит. Вот эти все аксессуары тоже. Духи сейчас покладем. Ну и, конечно же, телефон. Как же без мобильного, правильно? Да. Так. У меня еще есть телефон. Вот, и вот такая сумочка получилась. Класс, еще вместительная такая. О, к нам кошка пришла. Да, интересует. Мне тоже чел пришла. Филя, привет. Нет. Филя. Поцеловала Филя. Филюнь, привет. Филя, как дела? Расскажи. Ой, это что-то тут мне ласки захотелось. Пришла к тебе, чтобы погладила. Весной уже пахнет немножко. Уже весны хочется. Скажи, Анечка, весна скоро будет, правильно? Да. Зимы уже немножко осталось. Да. Здесь, по-моему, непонятно. Вот у нас еще одета еще у нас куколка по-зимнему. Только собачьи мне не удалось одеть. С варежками. Поэтому еще немножко зимы. Ребятки, вот такая вот красотка получилась. Симпатичная такая девочка. И вот еще из картона мы собрали вот такую, как подарочек тоже здесь был. Просто нужно было его собрать. Да. Прикольно. Прикольно.